Экс-полицейскому, которого подозревают в изнасиловании, продлили арест. Ривбик Темиров не смог обжаловать решение Челябинского областного суда. Напомним, замначальника отдела полиции Чебаркульский Рифа Бектемирова обвиняют в двух преступлениях против половой неприкосновенности – изнасилование и понуждение к действиям сексуального характера. О приставаниях со стороны мужчины заявила одна из девушек. По данным знак.ком, в уголовном деле 6 потерпевших. Все они рассказали, что руководитель якобы добивался от них близости. В противном случае им обещали проблемы по службе. И некоторые девушки даже соглашались вступать с ним в интимную связь.